А как такое? Стоит одна, не может пропустить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть машин. Куда я сдам назад? Мне там 200 метров, а у вас здесь 5 метров. Я тебе говорю, я час не могу доехать, вот по этой дороге еду. Я всех пропускаю. Ну что, я в этом виноват, что ли, а? Ну я же в этом не виноват. Я ехала, вот ты один был, я тебе сказала, сдавай. Здесь даже не 200 метров, здесь 300 метров. У меня дом, блядь, стоит, мне уже пешком быстрее дойти, вот дом, блядь. Ну что, вы что орете-то, не пойму. Что, потому что тут 300 метров назад. Все, сдавайте все назад. Давай толкаем ее нахуй. Пойдем, толкаем. Надо всех тогда. Просто. Ну давайте, оставляйте. Мы эвакуатор вызовем, да и все. Да, вы что? А, вы место перегородили. Дороги да. Мешать. Давайте, оставляйте. А если вы оставите улицу, я вам законный право. Давайте. На дороге общего пользования будете находиться. Да. И вы. Оставляйте. А я не уйду тогда. А, ну тогда не уйдете, уйдете, оставите. Уйдете, вызовем. Давайте такое. Как ты тихо сейчас допускать за дорогу? Туда сейчас, блядь, себе не. Это, блядь, не вариант. Одна королева нашлась. Дай снежка велики, да? Да не надо, конечно. Просто надо, чтобы все подошли сюда, реально. Юрист.